Здравствуйте, меня зовут Антон, и я администратор 3Ginfo.ru. У меня на столе лежит смартфон Beeline Pro. Это первый бюджетный LTE смартфон в линейке Beeline. И сейчас мы отвяжем его от этого самого Beeline для того, чтобы он работал с любой сим-картой. Для отвязки нам потребуется знать IMEI телефона. IMEI телефона можно узнать стандартной командой звездочка решетка 06 решетка. Также его можно узнать на наклейке под аккумулятором или на коробке. Но самый предпочтительный способ именно вот этот, потому что коробки иногда путаются в офисах. После этого вам нужно перейти по ссылке, которая есть в описании к этому видео, на товар и оплатить данный код любым удобным для вас способом. Инструкции по оплате через различные платежные системы вы сейчас видите на своих экранах. Достаточно нажать на аннотацию, и она откроется в новом окне. После того, как вы перешли, оплатили, ввели IMEI и получили код, нам останется только разблокировать этот телефон. Делается это довольно просто, и сейчас я вам это покажу. Сейчас здесь стоит сим-карта Beeline, телефон с ней работает, он зарегистрирован в сети 3G. Мы его выключаем, готовим микросим другого оператора, в моем случае пусть это будет МТС. Ну и, соответственно, производим замену этой сим-карты. Обращаю ваше внимание, что если вы хотите пользоваться LTE, ваша сим-карта должна быть обновлена, если у вас довольно старая. Имейте это в виду. Включаем телефон. И вот мы видим, что телефон просит у нас NSK-код. Обращаю ваше внимание, что если на сим-карте стоит пин-код, то он может быть запрошен ранее. Поэтому убедитесь, что телефон просит именно NSK-код. И внимательно переписываем код с экрана. Разумеется, я этот код уже достал заранее. Внимательно переписали, нажимаем на ввод и ждем, пока телефон зарегистрируется в сети. Надеюсь, данная инструкция для вас понятна. Если что-то непонятно, то вы всегда можете обратиться к консультанту в правом нижнем углу на сайте 3ginfo.ru или непосредственно написать продавцу на сайте plati.ru. Телефон все еще регистрируется в сети. И вот мы видим, что телефон зарегистрировался в сети 3G и название оператора МТС РУС. Теперь давайте проверим его работоспособность. Начнем с USSD запроса. Баланс проверили. Теперь давайте попробуем куда-нибудь позвонить. Добро пожаловать в МТС. Пополнить счет с банковской карты, нажмите. Голосовые вызовы работают. И давайте теперь проверим корректность точки доступа и попробуем выйти в интернет. Точка доступа у нас интернет МТС.ру. Передача данных включена. Поэтому откроем браузер и зайдем на какой-нибудь сайт. Вероятно, на телефоне стоит неправильная дата. Да, четверг, 1 января, поэтому сайты с защищенным соединением работают немного неправильно. И вот, сайт открылся, интернет на этом телефоне тоже работает хорошо.
Поэтому мы будем рады видеть вас в рядах наших клиентов. Будут вопросы, спрашивайте, можно даже прямо в комментариях под этим видео. Смотрите видеоролики по этому телефону другой направленности. Аннотации вы видите сейчас на своем экране. Ну а с вами был Антон, один из администраторов 3Ginfo.ru совместно с порталом unlockclub.ru. До скорых встреч!